Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardest Info. Сегодня я покажу, как на устройстве Realme 11 RMX 3718 сбросить настройки камеры до заводских. Чтобы на данном устройстве изменить настройки камеры или сбросить их, нам будет нужно перейти в саму камеру, после чего здесь вы таки по правом верхнем углу на такие три линии нажимаем на них и здесь видим настройки. Переходим в настройки, и чтобы сбросить настройки, нам нужно перевернуть самый низ, где мы видим установить настройки по умолчанию. Нажимаем, подтверждаем, все. Мы установили настройки, они теперь по умолчанию, и мы можем настроить их заново. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания. We'll be right back.